Полицейская служба безопасности Норвегии считает, что нападение в городе Кунсберге, скорее всего, было терактом. Об этом заявил глава ведомства. В среду вечером мужчина открыл стрельбу по прохожим из лука. 5 человек погибли, 2 получили ранения. Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался проживающий в Норвегии датчанин Эспен Андерсен Братен. Он уже был известен правоохранительным органам. Ранее мужчина принял ислам, и полиция была обеспокоена его радикализацией. Нет сомнений в том, что совершенное деяние само по себе выглядит как террористический акт. Но сейчас важно, чтобы расследование продолжилось, и мы могли установить мотивы обвиняемого. В пятницу 15 октября полиция попросит суд принять решение об аресте Братена. Он рассказал нам все о том, что произошло в среду вечером, и заявил, что именно он убил 5 человек. Других деталей допроса мы сообщить не можем, отметила прокурор полиции, отвечая на вопросы журналистов. Трагедия в Кунгсберге разыгралась 10 лет спустя после теракта в Утёйе и Осло. Норвежцы, снова столкнувшиеся с проявлением насилия, потрясены произошедшим.